Откройте, пожалуйста, 11 главу. В этой 11 главе идет речь о том, как апостол Петр оправдывает свое служение язычникам. С 1 стиха по 18. Я как бы не буду уже зачитывать, чтобы было быстрее. Я думаю, что все вы ознакомились предварительно с этим текстом. Я только процитирую концовку. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». В данном стихе совершенно однозначно апостол Петр говорит о том, что Дух Святый сошел на язычников. То есть он пересказывает здесь в начале этой 11 главы, как Дух Святый сошел на Корнилия и его семью, и тех, кто были в доме Корнилия, сотника. И он говорит, как и на нас в начале. Как и на нас в начале. А как в начале? Имеется в виду сошествие Святого Духа в 50-й день по воскресенье Господне. В данном случае очень важное место, утверждающее, что произошла вторая Пятидесятница. «Тогда вспомнил я слово, — говорит далее апостол Петр, — Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». То есть он подтверждает, что сошествие Святого Духа было на язычников такое же, как и на апостолов в 50-й день. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Нам, конечно, нужно размышлять над этими словами. Размышлять, потому что иудеи с особым отформатированным сознанием. Им было невозможно почти согласиться по воспитание их сознания, что кто-то может быть носителем божественных истин, богооткровенных истин. Мы именно в сегодняшних главах как раз и будем говорить об этом, как сложно, как с трудом они вообще соглашаются на то, я имею в виду уже принявшие крещение, ставшие христианами, они не могут согласиться. Ну как же так? Язычники, и вдруг им покровительствует Бог. Их принимает Бог так же, как и правоверных иудеев. Но самое потрясающее именно то, что Бог совершает второе сошествие Святого Духа на язычников, потому что понимает, невозможно
Иудея убедить другим образом. Как бы Господь подчеркивает, что они могут получить и получили Святого Духа, как и правоверные иудеи. Но есть и трагичная сторона этого. И вот трагичное, что Господь совершает эту Пятидесятницу именно по маловерию иудеев, не способных принять язычников в церковь без соблюдения Моисеева закона. А кто же я, говорит апостол Петр, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Потому что действительно Бог послал независимо от апостола Петра. Петр не ожидал сошествия Святого Духа на язычников. Он не ожидал. Иудеи успокоились и прославили Бога. Но это не совсем. Не совсем они успокоились. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Вы помните, что после мученической кончины архидиакона Стефана началось гонение, масштабное гонение в Иерусалиме на всех христиан. И многие, как говорит нам Писание, рассеялись тогда. Так вот, сейчас мы вспоминаем об этих рассеявшихся христианах, которые проповедовали, проходя и Кипр, Финикию, Антиохию, но не проповедовали язычникам, только иудеям. Потому что рассеяние иудеев достаточно было большим по окружавшим странам Средиземное море. И вот там были синагоги, и где, собственно, проповедовали эти рассеявшиеся христиане. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. То есть некоторые только. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось ко Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, провел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. На это нужно обратить внимание. Вообще Антиохия сирийская, она стала второй столицей христианской церкви после Иерусалима. И именно в этой второй столице христианского мира последователи Христа стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав стал предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод. Но
когда идет речь о Вселенной, на языке Библии идет речь о современной эйкумене римской, то есть идет речь о Римской империи, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савву. То есть мы видим в данном случае единство церкви, которое было и в том, чтобы иметь попечение о своих собратьях, живших в другой державе, государстве. По сути, упоминание о, если на современный язык перевести, о гуманитарной помощи для своих собратьев во Христе. В то время, 12 глава, царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Нужно упомянуть о царе Ироде. Царь Ирод – это внук Ирода Великого. Это целая династия Иродов. Это внук Ирода Великого, а Ирод Великий – это тот Ирод, который 2000 младенцев уничтожил в Вифлееме и в окрестностях. Ирод по своему этническому происхождению был идумеянин, то есть он не был иудей. Но по вероисповеданию он был и иудеем, и одновременно язычником. В основном он проводил свое время в Кесарии. Кесария – это место, где находился проконсул римский. И там, несмотря на то, что это был иудейский город, но в этом городе все было, по сути, языческим. Это и амфитеатры, и театры и так далее, где совершались языческие и состязания, и представления, и, одним словом, протекала языческая культурная жизнь того времени. И поскольку натура Ирода была достаточно такой чувственной, он очень активно участвовал, все это ему нравилось, я имею в виду языческая жизнь. Но поскольку он был иудейским царем, он старался, как дипломат, как политик своего времени, соблюдать иудейский закон. То есть внешне он достаточно был строгим фарисеем, но вот внутренне, как так часто и бывает в жизни, что внешний человек достаточно благочестив, скажем так, по своему образу жизни, но внутренне человек абсолютно далек от
жизни в Боге. И Ирод стремился к тому, чтобы быть популярным среди иудейского народа. И в данном случае он берет Петра под стражу. Причем усиленная стража. Мы читаем из текста 4 четверицы воинов. Потому что иудеи ненавидели Петра как одного из ближайших учеников Спасителя. И он хотел казнить в угоду иудеям апостола Петра. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок. Здесь такая деталь. Ангел, толкнув Петра в бок, указывает на то, что это не был сон. Пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его, и сказал ему ангел: «Опояжься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангелы не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И нужно еще отметить, что освобождение Петра с темницы является плодом молитвы Иерусалимской церкви. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Марк – это евангелист в будущем, евангелист Марк. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра от радости, не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Мы видим, насколько была чудесной жизни раннехристианской церкви. Вот такие чудеса совершались в жизни первых христиан, в частности апостолов. И нужно понимать, что все это, конечно же, укрепляло веру всех людей того времени. Конечно, чудеса были совершенно чудесами именно заботы
заботы о первенствующей церкви Спасителя. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Идет речь о том, что финикийцы, то есть тиряне и сидоняне, они зависели от хлеба иудейского. То есть Ирод торговал с ними хлебом, и за какие-то проблемы, которые возникли в отношениях между Иродом и тирянами и сидонянами, он не хотел давать им хлеб. Ну и тем более мы читаем, что был голод в тех землях. И вот сейчас мы видим, как они подкупили власта, постельника царского. И этот власт, он, мы сейчас прочитаем, что сделал. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенное место и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Тиряне, сидоняне льстили Ироду и называли его Богом. Ироду это очень нравилось, он вообще был очень честолюбивый человек. И мы видим, что он не воздал славы Богу, а принял эту славу, эту похвальбу в свою честь, за что и был наказан, изъеден червями. И нужно заметить, что такая же участь ждала и Ария. Арий – это ересиар, то есть начальник очень страшной ереси, отвергавший божественность в личности Иисуса Христа. Он тоже был изъеден червями. Знаете, я вспоминаю тоже один случай из своей практики, когда меня пригласили исповедовать одну женщину, но не предупредили о том, что меня, собственно, там ожидало. Когда я приехал, это было лет, наверное, уже 15 тому назад, и они сами побоялись войти вообще в эту комнату. Там было очень так мрачновато. Я на стол начал идти, просто увидел старуху, древнюю старуху лежащую, вот, и по ней ползали черви по ногам. Вот. Просто ее съедали черви. А потом мне рассказали эти люди, ее родственники, они боялись входить, потому что она занималась чародейством в течение всей своей жизни. Вот. Они боялись, потому что считали, что она может им передать это колдовство, она не могла умереть, она была уже без сознания, и ее заживо съедали черви. То есть вот как бы ожидает таких вот людей, которые живут, почитая такую вот, вот нечисть. Такая, вот такой, такая нечестивая смерть ожидает этих людей. Вот.
конечно, страшное зловоние. Я ее не исповедовал, потому что она не могла исповедоваться. Они, ну, как бы там не столько, может быть, хотели, чтобы я там ее исповедовал, и это мало интересовало. Просто они хотели, чтобы она побыстрее умерла. Вот, и, может быть, думали, что если она поисповедуется, или батюшка что-то там сделает, то она быстрее отойдет. Ну, исповедовать было некого, потому что там не было уже сознания, никаких признаков сознания. Да, и нужно заметить, тоже одна бабка-шептуха, ее многие знаете, вот, она жила здесь недалеко от храма. Вот, она тоже вот все, она вот, я верующая, я такая вот верующая. Тем не менее, она постоянно занималась вот этими своими делами, там, шептуха так называемая. Лечила всех, исцеляла, и ее ноги съедали черви уже в конце жизни. Вот. То есть вот она была жива, как бы крепка, но вот ели черви ноги ее, понимаете. Вот, в частности, одна, по-моему, у нее нога, вот такой вот момент. Видимо, Господь именно показывает вообще нечестие человека. Вот. Заживо трупом становится человек. Да. Вообще, конечно, это страшный грех. Все, что связано с отступлением от истины. Особенно, если человек начинает других учить этому лжеверию. Это, наверное, второй Митридат. Так, продолжаем дальше. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком. Вот, по сути, я тут как бы для информации сообщу вам, что Евангелие от Марка – это Евангелие, можно сказать, от Петра. То есть он записывал, евангелист Марк записывал все то, что ему поведал апостол Петр. И вот мы видим, что апостол... Вернее, здесь идет речь именно об Иоанне, Иоанн Марк. То есть это не Иоанн Богослов, не Иоанн Богослов, это не брат апостола Иакова. А это другой Иоанн, который назывался еще и Марком, это евангелист Марк. 13 глава. 13 глава нам повествует о первом миссионерском путешествии апостола Павла, которое началось спустя 14 лет после его обращения в христиан, в церковь, в христианскую церковь. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. То есть спустя 14 лет, это отметьте для себя, Варнава и Симеон, называемый Нигер, то есть черный, и Луций, киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. То есть в окружении Ирода мы видим, что были благочестивые люди, в частности, его совоспитанник. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал... Вот обратите внимание на второй стих. Они служили Господу. Вот греческий текст, он говорит «литургундон». Это имеется в виду, что они совершали литургию божественную. То есть, как бы вот более, как бы передает адекватно, что же на самом деле происходило в этот момент. Можете даже написать «литургундон».
Это окончание для третьего лица множественного числа. Вот. Литургум, да. И служили, постились, и вот именно в это время Дух Святой сказал через этих пророков, которые присутствовали за богослужением: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Вот произошло, можете тоже этот момент подчеркнуть, произошло за этой божественной литургией рукоположение апостола Павла, воепископа. То есть апостол Павел не был епископом. То есть апостол – это не значит епископ. Апостолом может быть мирянин обычный. А может быть священник, диакон, то есть не имеет значения. Вот апостолом была и Нина, вот, ну, равноапостольная, ну, в том смысле, что она тоже апостол, вот, но апостолов-то нам известно, что было 12, а потом 70 человек. Вот, но имейте в виду, что апостольское служение – это служение, к которому может быть призван любой христианин, любой человек. Но вот именно в этот момент возложили на них руки, то есть на Савла и Варнаву, Симеона, Луция и Манаила. Это значит, что апостолы могли рукополагать, потому что не все апостолы могут рукополагать воиереев, диаконов, а только имеющие сан апостола. И вот спустя 14 лет он получил святительскую благодать, апостол Павел. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, уже пророка, иудеянина, именем Вар Иисуса». Вар – это, имейте в виду, сын с еврейского языка. Сын Иисуса. Имеется в виду, отец его имел имя Иисус. То есть не Иисус Христос, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Элима Волф, а, собственно, Элима с арабского языка и переводится Волф. Здесь как бы такая вот тавтология. Ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, здесь подчеркивается, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, и сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды». Вообще, конечно, нам нужно понимать, что все, что связано именно с волхвованием, чародейством, это настолько мерзостно в очах Божьих. И вот всякий человек, кто имел соприкосновение с этим, конечно же, должен и раскаиваться в этом. И вообще он потом имеет не очень такие страшные последствия в своей жизни от этого общения. Вот эту поврежденность, знаете, я как бы все больше и больше убеждаюсь, и того, что мне приходилось слышать, видеть, я имею в виду, кто попадал в сети этих людей, особенно наши люди, падки на исцеление всевозможные, так и хотят, чтобы кто-то возложил свои руки на их головы несчастные. Вот. А потом, понимаете, страдают, думают: «Чего ж голова-то болит?
Почему она там такая вот темная, мрачная, эта голова стала? Долго этот мрак еще не покидает, понимаете, этого человека. На самом деле очень. И вот когда вот это рекламируют этих целителей всяких, понимаете, которые обязательно устремляются к тому, чтобы вот руки свои возложить кому-то на голову. Это беда. Это такая беда. Причем она достигла какого-то вот, особенно в наше время, я должен сказать, угрожающего масштаба, потому что ну, такого не было. Сейчас легко можно получить магическое образование, причем легально, всевозможные школы там, экстрасенсов, и называются они, знаете, как всевозможными академиями, институтами, и все под видом какого-то как бы полноценного образования. Ну, а люди падки вообще на всякие дипломы, на все, то есть чем больше дипломов, тем лучше. Вот. И международные, и как только их не обзывают эти академии. Вот. Так вот, таких вот, понимаете, шарлатанов, ну, как бы шарлатан в смысле того, что он как бы одурачивает людей, но это не значит, что шарлатаны не могут подействовать на человека. Они действуют, разрушают его целостность, его здоровье душевное, телесное здоровье. Так вот. Да, да, был чернокнижником. Не, ну так, конечно, есть люди, которые обратились к Богу, но, тем не менее, понимаете, это слава Богу, что он обратился. Но это же, это исключение, понимаете, из правил. Это исключение. Он убедился, конечно, в силе веры во Христа. Ну, я как бы не буду уже эти детали, тут как бы вам вы читаете, тоже знаете, много сейчас эти. Так мне вот что, на что хотелось бы обратить внимание дальше, что апостол Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, и вот сказал, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Представляете, вот сын, который должен быть Сыном Божьим, Господь дает возможность обращаться к Нему, то есть к Богу, Отец, Отче наш, обращаемся к Богу. И тут этот сын называется сыном дьявола. Вообще, конечно, это ужасно, понимаете? Вот если бы кто-то нам сказал, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Вообще вот все эти люди, которые этим занимаются, у них основная как бы страсть. Вот я сколько так общаюсь с этими людьми, я прихожу к выводу, что вот жажда, понимаете, возвышаться над другими людьми. Вот эта жажда, то есть не столько помогать людям, там, исцелять, это уже как бы там, понимаете, это как бы основной аргумент, который они используют, ну вот мы же помогаем там людям. А все начинается с того, что... Что-что? Деньги. Не, ну деньги это понятное дело, но вначале все начинается с того, чтобы вот возвыситься над кем-то, исцелить, чтобы их прославляли люди. Вот почему исцеление вообще в церкви, оно не распространено, понимаете, как какая-то индустрия. Вот есть какие-то вот молебны. В принципе, человек в измерении церковном, он может везде получить исцеление. Он может везде. Вот просто помолиться. Вот. Если Богу угодно, это полезно для человека, он получит исцеление. Но в церкви нет именно вот какого-то, понимаете, такого направления, чтобы... Ага, вы вот ходите вот именно к этому человеку, и он будет именно молиться, и вы получите вот там исцеление. Понимаете, этого нет. И это связано с тем, что только Бог знает, нужно вообще человеку исцеление или нет. Потому что многие болезни, они связаны напрямую с нераскаянным грехом человека. И именно болезнь, она все-таки человека заставляет, как говорит апостол, что страдающий телом перестает грешить. Вот когда человек начинает страдать телом, он по-другому начинает смотреть на жизнь.
Понимаете? Поэтому вот как бы нет у нас вот именно такой вот индустрии, чтобы вот заниматься именно этим. Это нужно нам четко понимать. А потому что если там некоторые батюшки, вот я так иногда слышу, вот там какой-то там отец где-то на Кубани, Георгий, по-моему, и вот он там исцелением занимается. Вы знаете, это вообще противно традиции церкви. Там исцелись верой. Исцелись верой, и когда почитаешь эту газету, то понимаешь, что там вообще зачем вера-то? Там просто есть какие-то четкие технологии, какие-то травки. Но при чем здесь, если есть рецепт, зачем здесь вера? Вера нужна только тогда, когда мы просто вот доверяем Богу свою жизнь. И, конечно, когда это все поставлено, и люди именно едут специально для этого, конечно. А, понимаете, и священник может говорить о том, что вот да, все, Господь тебе исцелит. А откуда тебе известно, что Господь исцелит, что вообще угодно Богу исцеление этого человека? Да. А как же фраза такая вчерашка прозвучала? Ну вот, простите, в другой среде прозвучала фраза. Монахи учитывают в монастырях. Что это за фраза? Как это? Ну, понимаете, вообще само как бы понятие вот этой отчитки, вот то, что часто так, люди именно вот устремляются, чтобы отчитаться, понимаете. Здесь как бы несколько таких моментов. Первый момент. Само происхождение заклинательных молитв, оно является не совсем, понимаете, по своему происхождению православным, по традиции своей. То есть это католическое вообще явление, отчитка, вот чтение заклинательных молитв. Это не говорит о том, что у нас никогда не исцеляли от бесов. Никогда такого, никто не, я не говорю об этом. Исцеляли святые люди от бесов. Но это люди, понимаете, которые в силу благодатного дара, который они имели, они изгоняли бесов. Не потому, что вот они читали какие-то молитвы, и вот как плод вот этого труда, значит, изгонялись бесы. Нет. Вот мы прочитаем про Макария Египетского, например. Не выдержал бес, который был в бесноватой девице, не выдержал смирения и святости Макария Египетского. А многие дерзают иереи, монахи в основном. Так белое духовенство этим не занимается. Вот, а именно монашествующие. И если они не готовы к этому единоборству, а здесь это самая настоящая битва. Если он не готов, и он читает эти заклинательные молитвы, это закончится очень трагично для этого монаха. Очень трагично закончится. То есть просто вот он сам может стать одержимым, бесноватым. Слушай. Совершенно верно. Вот в данном случае действительно это очень такой важный факт, потому что те священники, которые решаются без благословения заниматься вообще экзорцизмом, изгнанием бесов, это у них уже, в них уже, понимаете, говорит именно гордыня.
этот человек становится просто опасным. Как священник, он опасен для себя, во-первых, а потом он опасен и для тех людей, которые едут к нему. А сейчас, понимаете, чуть ли не отождествляет святость именно с тем священником, который занимается отчиткой. Вот если он отчитывает, особый, так сказать, благодатный человек. Ну, можно еще как бы понять, когда это происходит где-то в монастыре. Потому что в монастыре там еще братья молятся за него, то есть как бы он находится в какой-то такой особой атмосфере, как бы вот поддержка, молитвенная поддержка братьев монастыря, она помогает ему вот совершать это нелегкое единоборство с нечистой силой. Вот. Но если он сам где-то занимается отчиткой, это очень-очень подозрительно. Это очень подозрительно. Вот. И поэтому тут еще нужно понимать, что если Господь попустил вообще одержимость для какого-то человека, то Бог-то мог бы и не попустить. Сам по себе бес не может войти в человека. Он не может войти. Вот. Это значит, что если Бог попустил человеку, следовательно, есть именно какие-то очень серьезные основания для этого, и Бог ждет от этого человека какого-то покаяния, а это покаяние, видимо, возможно только через какие-то глубокие страдания именно этого человека. Вообще, это тайна, которая покрыта очень таким, знаете, мраком непроницаемости, воли Божией прежде всего. То есть так мы не можем рассуждать об этом, скажем, как мы можем рассуждать о, скажем, механизме какой-то болезни, понимаете? Это гораздо все сложнее. И здесь нужно положиться на волю Божию, участвовать в таинствах такому человеку. И таинства, конечно же, будут облегчать этому человеку его несение креста, нелегкое несение креста. Причем нужно еще заметить, что это не значит, что одержимый человек – это какой-то человек, который особо грешен, понимаете, в сравнении с теми людьми, кто не одержим. Нет, это какая-то особая судьба. Вот. Вот взять Мотовилова, понимаете, там, или… Да, я слушаю. И дочку... Через неделю запустят избавление. То есть может быть где-то вот одержимость попускаться за грехи года или родителей? Конечно, конечно. Вообще, конечно, это настолько, понимаете, все страдание, все, что связано с страданием человека, оно не имеет каких-то, понимаете, путей закономерных. Вот чтобы можно было сказать, а вот ты будешь делать так, с тобой случится вот такое страдание, такая болезнь или одержимость, или что-то еще. Это воля Божия. А следовательно, если это воля Божия, вот, то кто может, понимаете, пытаться вот как бы вот развязать этот Гордиев узел? А если дерзает, все, вот мы отчитаем, обязательно ты вот будешь освобожден от этой демонической зависимости. Понимаете, это, конечно, слишком самоуверенно. Поэтому я вспоминаю, как Иоанн, Иоанн Златоуст, он в переписке с одним одержимым монахом. Причем этот одержимый монах ему пишет, или простите, даже может быть Василий Великий, я давно читал, поэтому сейчас не буду, но именно из отцов, великих отцов нашей церкви. И он как бы рассказывает о том, ну как же так, я ничего не могу понять, пишет этот монах. Я же так старался жить благочестиво, вот. То есть он действительно был как бы благочестивым человеком, этот монах. И почему случилось, говорит, это со мной? И вот его, этот великий отец, увещевает и говорит, что это особый промысел Божий. Почему так происходит? Это невозможно объяснить. Это не значит, что там мы как бы... Вот, кстати, с апостолом Павлом. Ведь это тоже, понимаете, достаточно такая сложная болезнь, которую можно
даже связывать, как и некоторые связывают толкователи его жизнеописания с содержимостью, когда он пишет, апостол Павел, что «дал мне Господь жало в плоть ангела сатанина, дабы я не превозносился обилием своих дарований, которые ему дал Господь». Жало в плоть. И говорит, я трижды просил, чтобы Господь освободил меня от этого ангела сатанина. Жало в плоть. То есть какие-то у него были страдания, какие-то головные боли, именно которые причинял ему этот падший ангел, злой ангел. Вот. И Господь ему сказал, достаточно тебе благодати, которую ты имеешь от меня. Достаточно. Поэтому сила Божия в немощи человеческой совершается, далее говорится в послании. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что все как бы очень сложно, и мы не можем всего как бы объяснить. Народ, так вот в этой связи мне бы хотелось очень такую важную деталь сказать, что самое важное качество нашей жизни верующего человека – это вера, как доверие Богу. Вот мы настолько должны во всем научиться доверять Богу. Мы должны верой ходить в свою жизнь. Но именно вот эти слова апостола Павла, что «я знаю, в кого я уверовал», нам проясняет вообще смысл веры, что она не слепая. То есть он знает, то есть и каждый человек должен знать, кому он доверяет себя, кому он верит. Почему мы изучаем Священное Писание? Мы изучаем их для того, чтобы знать, какой Господь любящий, заботливый, промышляющий о жизни человека. И поэтому мы Ему так доверяем, потому что мы видим, как на протяжении всей истории, библейской истории, Бог заботится о человеке. И вот это... вера, бесконечная вера наша, это очень светлое качество, которое вот постоянно, как красная нить, проходит через все Священное Писание, через всю историю Церкви. Вот как только что мы читаем, апостол Петр, будучи в темнице, по вере Церкви был освобожден. Церковь молилась за него, верила и получила по своей вере. И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Знаете, вот эти слова, я вот так вот думаю. Человек, который видел свет, в частности, этот вор Иисус, и по слову апостола Павла, он лишается такой возможности дальше видеть свет. Он погружается в мрак и тьму. То есть представляете, вот что произошло с человеком? И причем очень четко он должен был понять для себя, почему он лишился света. Потому что он отверг свет. А этот свет для человека – Бог. Он отверг Бога, возвышал только себя своими чудесами, магией, которую он совершал. И вот он лишился света. Тогда проконсул уверовал. Отплыв из Пафа, Павел
бывшие при нем, прибыли в Пергию, в Памфилии. Здесь Павел проповедует в синагоге в день субботний. Мы пропускаем немножко его проповедь, она достаточно продолжительная. 26 стих. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Понимаете, вот что важно здесь. Слова, читаемые каждую субботу. Вот мы тоже ведь слышим слова Священного Писания каждое воскресенье. А вы знаете, меня очень, конечно, печалит, что многие даже не пытаются. Ведь, как мы говорили о том, что самые сложные для понимания новозаветные тексты – это тексты, связанные с посланиями апостолов. И народ не проявляет особого интереса к тому, чтобы знать, а что же в этих все-таки посланиях говорится. О чем говорит апостол вот сейчас? Вот если человек будет 20 лет в церковь ходить, и спросить его, вот, когда читается апостол перед Евангелием, а вот, пожалуйста, объясни, вот, что только что было прочитано. И человек ничего не знает. Вы понимаете, ведь какой ужас вообще? Человек не слышит, не знает, что происходит за богослужением. А что, соответственно, будет происходить в его душе? Он, конечно, Господь-то будет касаться его сердца, но все-таки человека не интересует, ну что там пишет апостол в своем послании? А послание – это письмо. Вот читается письмо каждый раз о богослужении апостола. Сквозь века, сквозь тысячелетия читается это письмо. И точно так же, понимаете, прочитывались библейские, пророческие тексты в иудейских синагогах, а синагогов вообще в переводе «школа». То есть это школа, это дом собрания. И они ничего не понимали. Потому что, когда наступило исполнение пророчества, они отвергли Христа. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам. Детям их воскресив Иисуса, как во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Ну, здесь я как бы не буду особенно останавливаться на последующих стихах. Здесь только апостол хочет дать понять иудеям, что пророчество царя Давида не о себе, а о Христе. Здесь совершенно понятно из последующих стихов. «И во всем, в чем, 39 стих, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Это очень важные слова. Ведь исполнение закона евреями не оправдало их от греха, не спасало их от греха. Но вот всякий верующий во Христа оправдывается им. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу.
Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали пребывать в благодати Божьей. В последующих стихах идет речь о том, что иудеи с трудом принимали благовестие апостолов, и поэтому апостол Павел говорит: «Мы обращаемся теперь к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычников, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Дальше 14 глава повествуется о том, как апостолы проповедовали в Иконии. То есть Икония вообще это земля, это Малая Азия. Это, он двинулся, апостол, не со своими спутниками, вглубь Малой Азии. У кого есть карта, вы можете там просматривать первое миссионерское апостольское путешествие апостола Павла. Кто-то принимал, кто-то не принимал. Я уже как бы не буду на детали останавливаться, потому что ну, как бы везде были люди с открытым сердцем или закрытым. И вот 8 стих: «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления». Вот понимаете, вот эта удивительная деталь, меня она все-таки очень поражает. «Взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления». Понимаете, это, конечно, не каждый человек, во-первых, может увидеть это. Степень веры, да, но тут еще очень важно, что, понимаете, чтобы увидеть веру в другом человеке, вот для этого нужно иметь какой-то созвучный опыт внутри себя. Вот понимаете, как вот рыбак рыбака, понимаете, видит издалека, вот. Вот понимаете, тоже, скажем так, можно сказать, вот, так сказать, в другом смысле именно о том, как человек может в другом видеть веру. «Для получения исцеления сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам». Ну а что они могли сказать? То есть действительно это потрясло воображение этих людей, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием, то есть Гермесом. Что он начальствовал в слове? А Гермес, он, собственно, был толкователем жизни Зевса, основного божества греческого. «А жрец же идола Зевса, находившегося пред их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». То есть сразу же жрец отреагировал. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды». То есть язык для людей того времени совершенно понятный, то есть раздирают одежды. И все, то есть это такое выражение крайнего негодования. «И бросившись в народ, громогласно говорили: мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам, человеки, благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Хотя не пред
не переставал свидетельствовать о себе, благодеяниями подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши». Вот здесь прекрасные слова вообще апостола о том, насколько Господь всегда промышлял о всех народах, о всех людях. И небо, посылающее дождь, и времена плодоносные, все это исходит от любящего Бога. Только не все люди это понимают, и не все люди готовы поблагодарить Бога за это. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, вот, и они тоже возмущали тех людей, которые там доверились уже апостолам. И в результате, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его уже умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. То есть, по сути, Господь исцелил, даже воскресил, можно сказать, из мертвых апостола Павла, потому что, когда бросают в тебя камни, особенно разъяренная толпа иудеев, это было чудо. И вот здесь 23 стих. «Рукополовжив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Вот понимаете, это очень важно, что апостолы рукополагали пресвитеров для местных уверовавших общин. Потому что самое главное – это совершение литургии, таинства. А без пресвитера невозможно вообще жизни общины. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и здесь проповедовали Слово Господне. И здесь то же самое. Ну, в смысле, мы имеем дело с принятием и непринятием, приятием. Вот переходим к 15 главе. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев». Вот это очень важная глава, мы на ней остановимся достаточно подробно. «Учили братьев». Иудеи, пришедшие из Иудеи, из Иерусалима, скажем так. Когда, значит, учили в Антиохии, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись, то есть, эти уверовавшие во Христа смущали язычников тем, что вы должны обязательно, кроме крещения, принять обрезание по закону Моисея. Когда же произошло разногласие, и немалое стязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Это очень важный момент. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников. И производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычников. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси,
уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Обратите внимание, 5 стих нам повествует о том, что те, кто принадлежали фарисейской ереси до своего крещения, они в основном были убеждены в том, что все желающие присоединиться язычники к Церкви Христовой обязательно должны жить по закону Моисеева, соблюдать закон Моисея. И вот сейчас начнется деяние Первого Иерусалимского собора. Это первый собор. Мы верим в какую церковь? Апостольскую и еще соборную. Вот это первый собор в церкви. Он называется Апостольский собор в церкви. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Верою очистив. «Что же вы ныне искушаете Бога? Желаю возложить на вы, то есть шеи учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». То есть никто не мог вообще понести иго закона. Помните, кто нарушил одну заповедь закона, тот повинен во всем. Кто мог такое иго понести? Никто. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, то есть очередной докладчик, очередные, вернее сказать, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников». А нужно заметить, что апостол Иаков имел огромный авторитет именно среди фарисействующих христиан. Фарисействующие. Почему? Потому что они как стали христианами, но остались с фарисейским взглядом на жизнь. Они очень почитали его. И в данном случае слово апостола Иакова, который был первым епископом Иерусалима, то есть все патриархи иерусалимские, вот, берут свое начало от апостола Иакова, как первый епископ Иерусалима-града, первенствующей церкви. Совершенно верно, да. Это тот... Нет, дело в том, что... это тот же. Это тот же, просто здесь, понимаете, как бы не совсем, как бы соблюдена последовательность, понимаете? Это тот же апостол Иаков. То есть идет речь, понимаете, ведь для, здесь нет как бы такой вот хронологической последовательности по главам. Здесь упоминается вот тогда, вот сейчас, понимаете, то есть... По событиям. Да, по событиям. То есть, а вот здесь хочется подчеркнуть, что когда там речь шла больше об Ироде, и упомянулось, что Ирод убил Иакова, понимаете? Да, именно этого Иакова.
Поэтому шла речь тогда не за Иакова, понимаете, а за Ирода. То есть только поэтому. А так это тот же Иаков, который был братом Господним по крови. И сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки, и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомы Богу от вечности все дела его». То есть мы видим, что в Ветхом Завете об этом шла речь, о том, что будут присоединены к церкви, ветхозаветной церкви, то есть восстановленной скинии Давида, и язычники. Но не хотели в упор видеть этого, понимаете? Те люди, которые, вот фарисеи, это знатоки Писания. Они постоянно занимались исследованием Писания. Но они не хотели этих мест просто видеть. И в данном случае апостол Иаков обращает внимание, посмотрите, пророчества говорят о чем? О том, что прочие человеки, взыскающие Господа, возвестится имя Божие. «Посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу». Вот что важно. Не затруднять обращающихся к Богу из язычников. «А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идола, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Обратим внимание, далее мы прочитаем, потому что там в последующих стихах будет повторяться то же самое, что только что сказал апостол Иаков, но уже как принятое решение этим собором. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями». Начальствующих. «Написав и вручив им следующие апостолы». Вот сейчас деяния апостола, деяния этого собора читаете. «Апостолы, и пресвитеры, и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться». Вот здесь подчеркивается единство церкви. То есть постановление Иерусалимской церкви имеет, поскольку оно было соборным, оно имеет значение для жизни церкви в других местах. Вот эта соборность церкви, она очень важна. «По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас», вот это тоже обратите внимание, «вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Видите? Очень важные слова. Вот много сейчас сумасбродов, которые живут внутри церкви и занимаются, понимаете, не тем, чтобы распространять истинное вероучение церкви. А истинное вероучение церкви – это то вероучение, которое имеет соборное происхождение, прежде всего. Вот помните за те коды и прочие-прочие вот нелепости, которые распространялись и волновали приходы нашей Русской Православной Церкви в частности? Что они вышедшие от нас, это первое, но никто не поручал им этого говорить. Самодеятельность. Самодеятельность, понимаете? Мы в какую верим церковь? В церковь старцев? Где такое сказано?
И вот сейчас это слово «старец», понимаете, становится тождественным тому слову, которое Господь говорил, что вы, учение Моисея, учение, которое Господь дал, закон Божий, вы предпочли учению старцев. То есть вот это учение старцев, это был негатив. Это выдуманное, совершенно придуманное учение, которое не имеет происхождения, богооткровенного происхождения. И сейчас, по благословению старцев, по каким-то благословениям. Какие старцы? Кто такие старцы? Есть вообще такая степень иерархическая в церкви? Да нет такого. А сейчас, понимаете, многие вот заблудшие и распространяют не ведь что, нелепости всякие, страхи, фобии. То есть, кстати, эти люди, которые распространяют эти фобии, а что такое фобия? Это признак болезни вообще, психического расстройства. Вот спросите у психиатра, он скажет, что признак шизофрении – это фобия какая-нибудь. И понимаете, вот именно сейчас, вот они распространяют эти фобии, страхи и так далее. Не имеет это никакого отношения к соборному учению церкви. Причем соборно выразила церковь свое мнение. Вот как мы видели, как собор проходил. Выступил один, выступил другой, выступил третий. Один на другого ссылается, объясняют. Затем, после этих деяний, оформляется все это в тексте. И потом эти тексты распространяются. Это прекрасный пример того, понимаете, предмет нашей веры. Верим в святую соборную апостольскую церковь. Что? Да, и апостольскую церковь, но никакую не старческую, простите. Это, знаете, вот когда говорят о старцах, то хочется сказать, католичество погубит папство, а православие – бабство, понимаете? Вот, потому что вот старчество, бабщество, понимаете, и все такое. Нет такого, понимаете, в православной церкви. Болезни самые настоящие. Поэтому апостол Павел говорит, что не нужно принимать, значит, бабских басен. А нужно здравое учение принимать. А вот эти бабские басни, понимаете, они формируются как раз на мнениях вот этих старцев. Это очень серьезная проблема. Люди думают, что они чуть ли не мир спасают, а на самом деле они только вносят разложение внутри церкви. Потому что, последняя деталь, потому что, что такое учение церкви? Это то, что, понимаете, буквально выкристаллизовывалось соборно, на протяжении веков. И оно, как понимаете, как жемчуг хранится. Это канонические правила. Если прочитать канонические правила, ведь там буквально есть ответы на все вопросы. Потому что проблемы человечества, они по сути, я имею в виду церковного человечества, они, ну, какие-то, конечно, особенности, но тем не менее у нас есть последний, новейший документ, социальная доктрина нашей церкви. Когда объясняются какие-то проблемы современности в свете традиции церкви, причем это соборно исследовало эти вопросы церковь на протяжении определенного ряда лет, специалисты, которые действительно изучали этот вопрос, и какое-то вот откровение, какому-то где-то там сон приснился. Вот, ну что это такое, Господи? Ну мы же не верим, понимаете, в церковь, которая строится на снах. Ну что это такое? Это же бред полнейший, а мы такие хотим, понимаете, какие-то откровения личные. Личные не принимаются в счет. Соборные только принимаются. Все. И это, понимаете, наш ответ этим сумасбродам, которые вышли от нас, но никогда не были нашими, как говорит апостол Павел. И вот, чего мы им не поручали, то мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду, силу, которую изъяснят вам тоже и словесно. Понимаете, кто имеет право изъяснять это все? Только те люди, которые знакомы, которые уполномочены, ибо угодно Святому Духу и нам
не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. А ведь посмотрите даже с теми кодами, что произошло. Это же как раз возложение бремен неудобоносимых. То есть код нельзя принимать. И посмотрите, в каких сейчас тисках оказались те люди, которые не приняли коды. Что произошло с этими людьми? Они сейчас не могут ни пенсии там оформить, понимаете, ни на работу устроиться. Ну вообще, они оказались просто в какой-то катакомбной изоляции. И все это по сумасбродному учению каких-то, понимаете, печальников земли русской, простите. Но это какие-то, понимаете, вожди слепые, которые ведут слепых. И все это под личиной какого-то особого благочестия. Да не надо твое единоличное благочестие никому в качестве учения. Есть соборное здравое учение. Потому что, может быть, как раз тебе твое благочестие победило разум. Мы должны понимать, что наше учение – это соборное учение. Вот что хочется 25 раз подчеркнуть. Когда наши мысли, они апробированы собором. Потому что что угодно может присниться человеку и прийти в голову, понимаете? Когда он слишком ушел в свое благочестие. И тем более благочестие проверяется уже, знаете, тогда, когда уже человек умрет. Чтобы действительно его канонизировать. Это не так все просто. И тут, понимаете, у нас есть много таких. Батюшка, а здесь да. Подходит то, что самое главное сейчас, самое страшное для сатаны, это православная церковь. Поэтому он и нападает куда-то, не сури вот этих вот старцев. Это его же. Не, ну понятное дело, что его, потому что это обольщенные люди. Это люди, которые считают, что они святее всей, понимаете, соборности церкви. Они считают, что нет, вы знаете, там патриарх, епископ, это все, понимаете, люди. Они же экуменисты, вы знаете. А что, они же там с язычниками общаются. Так за это и гнали апостола Павла, что он общался с кем? А понимаете, пусть вот сейчас что произошло в Молдове. Вы слышали? Значит, определенное количество духовенства и обвиняет патриарха Кирилла в том, что он встречается там с иноверными инославными, то есть людьми другой веры. Ну так вы мне извините, он что, принимает после этого, значит, буддизм или ислам или что? Он свидетельствует православную истину, православная церковь была открыта. Ну так апостола Павла, что можно тогда за все осудить, ведь он общался здесь и с проконсулом Павлом Сергием и так далее. Это же бред полнейший. Вы представляете, что сейчас экуменизм воспринимается как основная ересь, и вот подводится, что посмотрите, вот все архиереи, они-то ведь экуменисты, а раз они экуменисты, доверия к ним нет. Ну так, а здесь же употребляется часто слово «эйкумена», «эйкумена», «вселенная». То есть вот собралась вселенная, то есть собрались люди, ну что? То есть само слово, оно, само то же слово, оно является библейским по своему происхождению. Просто мы не читаем на русском языке этого слова, но если в греческом будем читать, то там будет употребляться это слово «экумена». И собралась экумена христианская, экумена. Значит, там много литературы выпускается вот такой непроверенный. Да, непроверенный. А почему? Читать. Конечно. А почему? Потому что, понимаете, сейчас появилось слишком много независимости у этих людей, понимаете? Независимости. А независимость какая? Сейчас, пожалуйста, есть у тебя средства, компьютер есть, типографский станок есть, пожалуйста, печатай, что ты хочешь. Я слушаю. Можно. Я вам однозначно скажу, что можно. Мы сейчас, мы будем последующие послания встречать эти места. Я вам сейчас только вот что скажу. Очень можно. Но, опять-таки, мы должны знать о формате этой молитвы. Понимаете? Молитва недопустима с язычниками или там с инославными, иноверными. Тогда, когда мы совершаем божественную литургию, мы не можем принять их на равных, как членов нашей церкви. Понимаете? То есть, общая служба, в переводе так именно, общее дело, литургия.
Так вот, вот это общее дело именно верующих во Христа, это единое целое именно церкви. Но если, скажем, я пришел в дом кому-то, и этот человек попросил меня, чтобы я прочитал молитву «Отче наш», конечно, я прочитаю молитву. То есть речь только о том, чтобы не было... Я сейчас занят. Речь идет именно о том, это я очень хочу подчеркнуть вам, чтобы вам было понятно, о какой молитве идет речь, что она недопустима. Когда мы на равных молимся, как понимаете, как будто они являются их вера как религия в данном случае. Не вера как вера, как чувство к Богу, скажем, а вера как религия, что она является равноценной по отношению к нашей религии, с нашей религией, с православием. То есть мы не можем, значит, молиться именно в такой плоскости. Но когда нас попросили, скажем, неверующие люди, простите, нет, неверующие, потому что неверующие -то не будут просить молиться, а именно язычники, там, инославные и так далее, когда они просят, чтобы мы помолились вместе с ними, то есть, понятное дело, что их божеству, если это язычник, мы не будем обращаться, но если они просят, чтобы мы помолились за них вместе с ними, но к истинному Богу, пожалуйста, это мы и должны делать. Я слушаю. То есть, если ко мне обращаются человек, что его молитва является именем Христоса, верно, верно? То есть, его молитва нельзя молиться? Нет, конечно. Его молитва нельзя. Нет, его молитва можно. Нет, хорошо. Нет, речь только идет о том, если его молитва, он язычник, да? Но у него есть обращение к истинному Богу. К истинному Богу. Вы знаете, в данном случае есть определенные «да» и «нет». Если это человек сектант, но и он убежден в своем сектантстве, то есть он считает, что он находится в правильной вере, то, конечно же, мы с ним не должны молиться. Мы не должны молиться. Потому что он скажет, ну хорошо, то есть мы такие же равнозначные, то есть это одно целое. Зачем тогда вообще переходить в православие? Зачем тогда присоединяться к православной церкви? Но если... Что-что? Соглашаемся. Конечно. Но если... Мы же, значит, есть ектения оглашенных, да? Ведь оглашенные это кто? Это люди не крещенные. И молитва произносится за оглашенных в церкви, за божественной литургии, за некрещенных. А эти некрещенные это и язычники могут быть, это и сектанты могут быть. Это могут быть кто угодно. Но эти люди оглашенные отличаются от своих же собратьев, язычников, там, сектантов и так далее, тем, что они уже стали на путь присоединения к церкви. Понимаете? В отличие от тех, которые не видят себя заблудшими, они-то как раз уже увидели свое заблуждение, но еще не приняли крещение. И уже церковь за них молится, за некрещенных. Понимаете? Вот, пожалуйста. И, соответственно, мы молимся вместе с ними, потому что они присутствуют. Вот я не произношу их тени об оглашенных. Почему? Потому что нет этих оглашенных. И произносить оглашенные изъедите, когда их нет. А зачем произносить это? Это ни к чему совершенно. Никто не выходит, понимаете? Это тавтология какая-то, да это хуже, чем тавтология. Это профанация таинства божественного. Так вот, именно в этом смысле
Мы должны понимать, что вообще мы можем молиться за некрещенных, но идущих к Богу, даже за божественные другие. Вот это очень важно. Но я вам даже скажу и больше. Вот в частности Иоанн Кронштадтский молился за иноверцев, не идущих. Иноверцы это мусульмане в частности, он молился за мусульман. Но это уже дерзновение, понимаете? Это уже не каждый может молиться. Хотя, понимаете, мы можем допускать именно такую молитву за молебном и за панихидой. То есть не за литургией, потому что это частная треба, частная молитва. Мы еще об этом поговорим, потому что будут соответственные слова в дальнейших текстах. Значит, так вот. Человеками, предавшими. Итак, мы послали Иуду и силу, которой здесь нет, тоже словесно. То есть они делегируют изъяснять. То есть не все имеют право на это. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более. Особенно я вам сразу скажу, если вы слышите проповедующего священника, который не имеет никакого отношения, или монаха, который не имеет никакого отношения к этому городу, то есть он не имеет указа епископа, чтобы служить в этом городе, не имеете права его слушать. Просто не имеете права его слушать, его проповедь. Это очень важный момент. Что-что? Он не имеет. Он законный, священник, рукоположенный. Но он не имеет права, если он не получил разрешение от правящего архиерея. Что? Не, ну вы же знаете всех священников в городе. Все, не имеете права его слушать. Не имеете права. Не, если его священник, местный священник, допускает служение, то есть он разобрался предварительно по документам и так далее, нужно предоставить служащему, настоятелю этого храма, так называемый, грамоту. Это так называемая, грамота, имеется в виду, командировочная, понимаете? То есть у каждого священника должна быть. И кроме этого, удостоверение священнослужителя. И если уже священник ему разрешает проповедовать, выйти проповедовать, вот тогда да. А если так, он подходит к вам и начинает вам что-то рассказывать, я вам однозначно говорю, не слушайте этого священника. Не слушайте. Потому что он не имеет права этого делать. Что? А на кладбище вот священник, чтобы для нас дорожить. Какой священник? Я не знаю, весной видел. Имейте в виду, что вы знаете наших священников, вот наши священники, это значит наши, они имеют право, то есть именно здесь проповедовать, в этом месте. Все, это вы должны четко знать. Потому что есть такие всевозможные, а вот я, вы знаете, оттуда приехал, столько самозванцев сейчас особенно, понимаете? Поэтому очень важно это помнить. Так. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда. Обращу ваше внимание на идоложертвенное и кровь, и удавленную, воздерживаться. Но в данном случае соборное решение апостолов не является буквальным. Мы встретим в послании к Коринфянам, когда можно апостола Павла вкушать идоложертвенное. Вы скажете, а как же так? Апостол будет говорить о том, что идол есть ничто. Я сейчас подробно не буду об этом говорить, потому что именно это будет по месту. Но скажу только кратко,
что идоложертвенное само по себе, оно не имеет такой силы, если человек осеняет это крестом святым, чтобы оно могло ему повредить. И сейчас есть, я вам честно скажу, вы знаете, меня это поражает, но есть помешанные просто люди на так называемой кошерной пище. И вот они говорят, ни в коем случае, вот это же кошерная пища, там евреи, понимаете. Кошерная пища, это имеется в виду, которая приготовлена евреями. То есть она как бы не осквернена нами, гоями. Вот. А мы, соответственно, как бы не должны принимать вот эту пищу, потому что можно оскверниться. Знаете, об этом тоже будет у апостола сказано, о том, что вы не должны задумываться и озадачиваться этим, осенив, что называется, крестным знаменем, с молитвой. И... Но единственное, когда не надо употреблять, когда человек воспринимает эту идоложертвенную пищу как священную пищу, понимаете, вот этого нельзя делать. Идет речь именно об этом здесь. Когда человек воспринимает идоложертвенное как священное, от которого он может получить пользу. Это как сейчас. Какие-то иерусалимские хлеба появились, почаевские хлеба, чего только не появляется. И все это, понимаете, становится в сознании наших православных современных какой-то святой пищей. Так вот это иерусалимский хлеб. Помните рецепты, которые раздают сейчас? Имейте в виду, что это все никакого отношения к нашей церкви не имеет. Что-что? Это кулинария, но понимаете, дело в том, что она с претензией на некую сакральность, мистичность, такое священное происхождение. И вот когда люди готовы совмещать в своем сознании, а именно современник наш такой, как и тогда был, потому что тогда особенно развивался гностицизм, когда в своем сознании могли совмещать и Зевса, и Христа, и Венеру, понимаете, и все подряд. И сейчас то же самое почти. Да, все, понимаете, совмещает. И вот идоложертвенное, это тоже можно, к бабке можно пойти полечиться, к деду там, понимаете, и куда-то еще. И вот имейте в виду, что именно об этом идет речь, о том, что ни в коем случае нельзя человеку воспринимать идоложертвенное как священное. Когда вот неверующий просит святой воды, а сам церковь не идет. Так. Так это, да. Можно дать. Так. Можно дать, да, можно дать. Так, значит, дальше. Крови и удавленины. Что такое кровь и удавленина в данном месте? Еврей, когда, значит, перед тем, вернее сказать, как употребить в пищу животное, он должен был его зарезать и выпустить кровь. Потому что кровь является по... традиции иудейской, седалищем души, то есть носителем души животного. И поэтому кровь нельзя употреблять в пищу, ее нужно выпустить. Вот сейчас мусульмане точно так же делают. Они зарезали там барана и обязательно кровь выпускают. Почему? Потому что это та же иудейская традиция, потому что мусульманство, ислам – это… Что-что? Ну, во-первых, по происхождению даже, скажем, кровному происхождению. Помните, от, значит, отец наш Авраам. Да, Авраам, отец, правильно. Дальше. Удавленина – это значит животное, которое убили, но не выпустили кровь. А значит, пищу, если используют в пищу это животное, то с кровью. Понимаете? Это нарушение традиции, иудейской традиции. И для того, чтобы не вносить смущение таким явным противоречием законам Моисея, об этом именно здесь и идет речь. Потому что среди язычников это было распространенным действием – задушивать и затем употреблять в пищу. Так, и блуда. Но нужно еще помнить о том, что блуд, он был неким сакральным действием весталок, проституток храмовых. То есть через храмовую проституцию языческую
по верованиям язычников, значит, соединялись с божествами, женскими божествами язычников. Поэтому, ну, вообще и блуд – это то, что разрушает семью, то есть социум, по сути, общество. Поэтому блуд в данном случае является очень страшным грехом. И не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Что в данном случае я еще хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть очень важный момент. Здесь не было сказано о вере в единосущие божества, о том, что Христос, Он был Богом и человеком одновременно. Почему? Почему не было сказано о многих других моментах? А потому что собор всегда собирается на потребу жизни и дает такие ответы, которые ждет именно церковь, общество в данный момент. Понимаете, это очень важный момент. И затем соборы будут собираться, и будут другие проблемы духовной, догматической жизни, нравственной, канонической решать. То есть были только такие проблемы, вот они здесь и решены, вот это очень важный момент. Вы поняли, насколько это важный момент? Решает ситуативно проблемы, насущные проблемы, на злобу дня, другими словами. Откуда мы будем знать, какое мясо, с крови или без крови? Так вот, в данном случае, я вам сейчас... Не, вот секундочку, не-не-не, секундочку, да, я где-то ожидал, может быть, такого вопроса. Я вам вот что скажу сейчас. Понимаете, в послании к Коринфянам апостол Павел говорит о немощных совестью. О немощных совестью. Это значит, что если вы берете, что называется, душите жертву, затем, да, приготавливаете с этого очень вкусное что-то и с удовольствием употребляете. На глазах, скажем, да, Марии Ивановны, которая, понимаете, читала, что крови, значит, нельзя вкушать в пищу. Представляете, а вот она немощна своей совестью. И вот Марья Ивановна скажет, а что же вы делаете, Катерина Трофимовна? Что же вы делаете вообще? Так же вы же противоречите всему и вся. Но, понимаете, когда... То есть это для духовного нашего состояния, для нашей духовной жизни абсолютно не имеет никакого значения. С кровью или без крови. Когда говорилось в Ветхом Завете о крови, то утверждалось некое вероучительное, догматическое положение вещей. То есть Господь говорил, что жизнь в крови, и кровь является седалищем души. И, следовательно, мы должны относиться к душе, как именно к жизни, которую Бог дает, относиться с каким-то трепетом. Поэтому мы не должны вот это сакральное в каком-то смысле употреблять в пищу. То есть утверждались какие-то положения, вероучительные, догматические положения, значит, религиозной жизни. И вот, когда мы вкушаем, да и те же евреи вкушают в пищу мясо, неужели там крови нет? Скажите. Ну кто может? Можно вообще полностью очистить от крови? Да невозможно, конечно. Что же происходит вообще вот сейчас в этом религиозном обряде иудейском? Происходит, прежде всего, воспитание, отношение к душе. А душа – это дар Божий, потому что душа – это жизнь. То есть отношение к дару Божьему, к жизни. Вот что утверждается в данном моменте. Некая педагогика происходит. Но это не значит, что вообще, понимаете, если мы вот съели вот кровь в значит, плоти, все это мы сделали очень страшный грех. Нет.
И если мы вкушаем мясо, которое приготовлено было без нас, и там может быть крови больше на несколько процентов, чем обычно, да, понимаете, то это не должно нас ни в коем случае пугать. Но если мы начинаем людей немощных совестью и говорить, а вот смотри, а я не боюсь, а вот смотрите, вот я сейчас покушаю, и мне ничего не будет. Вот. Понимаете? Вот это, понимаете, здесь происходит некое искушение, понимаете, человека, его немощной совести. Он не все может вместить, не все может понять. И поэтому апостол и скажет относительно того, что не надо исследовать то, что вы покупаете. Вкушайте, и все, спокойно. Ну, что вы с молитвой это все вкушаете. И даже кровяную колбасу. Но все-таки это кровавую колбасу. Нет, секундочку. Я вот только что говорю, понимаете? Я, понимаете, не говорю, что кровяную колбасу можно есть. Это же так. Вы знаете, я хочу другое сказать. Что, понимаете, если вы съели, ну да, понятно, она уже называется кровяная, но назовите ее рисовая колбаса с кровью, может, если там может быть немножко по-другому, а то слишком, понимаете, и все, понимаете, она будет, то есть тут вопрос, что уже мы как бы называем это, понимаете, а потом вот мы как бы пытаемся, а что с этого будет, мы сейчас съедим, вот, или мы вообще, или мы такие бесстрашные, нам все равно, понимаете, да. Понимаете? Или как, когда женщина пребывает в дамских недомоганиях. Вот, понимаете, вопрос. Есть или не есть? Нет, вопрос нет. Вот, так сказать, именно женские дела. Вот. И вот, понимаете, с одной стороны, вот как вообще вот относиться именно к храму, когда вот, в смысле, посещать ли храм, когда вот, так сказать, в этих дамских недомоганиях, значит. То есть можно ли вообще входить в храм, прикасаться к святыне, причащаться? Вы скажете, можно или нельзя? Что? Нельзя? Можно. Не, вы знаете, вот, и понимаете, каждый будет из вас прав. Это первое. Второй момент. Значит, все, вот скажем, смертно занемогает, женщина смертно занемогает, и ее священник может исповедовать, причастить, все таинства совершить. Хотя она будет в этот момент, вот если она будет в этот момент своими этими недомоганиями. То есть это не является препятствием. В Иерусалим приезжают женщины, они прикладываются к святыне, причащаются, здоровые женщины. Разрешается им причащаться, патриарх, в частности, благословляет Иерусалимский. То есть есть некоторые моменты, которые имеют педагогическое значение. Не вообще, вот скажем, если мы верим в Пресвятую Троицу, то здесь другого варианта нет. Понимаете? Здесь только Пресвятая Троица. Все. То есть здесь не педагогика. Здесь просто истина. А там педагогика, понимаете? То есть вот можно и нельзя. То есть исключений можно. Можно, но нельзя. Но нельзя. Почему? Потому что есть определенное смирение для женщины. Потому что, понимаете, вот убрали, скажем, эту сторону жизни, да, у протестантов. И у католиков. И что мы сейчас видим? Что появились епискописы, пресвитерисы и так далее. Пастырши, которые, понимаете, служат литургию и так далее. А вот так, понимаете, вот, понимаете, как им представляется нужным. Поэтому, понимаете, а здесь же нужно понимать, что это совершенно недопустимо с точки зрения именно евангельской традиции. Так вот, продолжаем дальше. Это относительно женского священства можно еще поговорить. Но не сейчас. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьям, микапостолам.
Но Силе рассудилось остаться, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же Варнава жили в Антиохии, благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Так, дальше у нас идет речь о втором миссионерском путешествии апостола Павла, которое началось осенью 49 года и закончилось осенью 52 года. Началось оно с 36 стиха 15 главы. «По некотором времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам». Нужно заметить, что эти апостольские путешествия заканчивались всегда в Антиохии. Вот, потому что она была, как я уже сказал, центром христианской жизни вообще, в котором для язычников, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. То есть это интересовало апостола Павла, как они живут. И вот относительно того, как они живут, мы будем узнавать очень подробно из его послания. Потому что он будет знать, как они живут, и будет им писать письма о том, что жить так, братья, нельзя. То есть жили не всегда хорошо и правильно. Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, Иоанна Марка. На этой как бы почве произошло огорчение между Варнавой и апостолом Павлом. И у них огорчение. Что-что? Огорчение. Но это не значит, что это был конфликт. Это не был конфликт, но какое-то огорчение. Понимаете? То есть они как бы и далее продолжали жить в согласии любви, но тем не менее вот какие-то огорчения тоже проскальзывали в отношениях между апостолами. Апостол Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Дошел он до Дерви и Листры. Так, и что здесь важного можно отметить? Угу. Вот здесь важная деталь. А, вот о чем я забыл вам упомянуть. Наверное, важно здесь указать на послание Галатам. Это вторая глава. И вот здесь, в этой главе, повествуется нам о некоторых деталях вот этого Иерусалимского собора апостольского. И что произошло после этого. Причем вот называет... Апостол Павел называет Иакова и Петра, и Иоанна столпами. Столпами имеется в виду неким таким твердым основанием церковной жизни. И вот что важно. В 11 стихе повествуется о этом соборе с первых стихов, а вот в 11 пишется: «Когда же Петр пришел в Антиохию», это уже после этого собора Иерусалимского, после Иерусалимского, когда уже было все понятно, «то я лично противостал ему», апостол Павел противопоставил Петру, «потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками». То есть мы помним, что уже апостол Петр, он достаточно был, скажем, открыт для общения с язычниками после того, как совершилось сошествие Святого Духа в доме Корнилия. Он ел вместе с ними. «А когда те пришли, стал таиться», то есть иудеи, которые пришли с Иерусалима,
стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Что это значит? Это значит, что он общался с язычниками в Антиохии. Но когда пришли иудеи с Иерусалима, то он начал уклоняться от трапезы с этими язычниками. Почему? Потому что это смущало кого? Иудеев с Иерусалима. И вот слушаем дальше. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Он даже говорит, что апостол Петр лицемерил. Вы понимаете? Все как непросто. Помните, я говорил о том, что это вот закваска фарисейская, иудейская. Она настолько вошла в плоть и кровь, что человек с трудом от этого мог избавиться. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру: при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Да, понимаете, очень здорово сказано. В чем ошибка? Апостола Петра в двуличности, в лицемерии в данном случае. Есть слабые совести. То есть здесь может мотив для этого, для чего он это делает? Так, значит, здесь, значит, важно вот что объяснить. Что если бы это, значит, именно был некий такой вот миссионерский прием перед слабыми совестью, то апостол Павел его не обличал в лицемерии. Это во-первых. Почему? Потому что апостол Павел далее будет поступать очень странно. Он будет, он совершит обрезание над Тимофеем, своим ближайшим учеником. Он по матери был иудей, а по отцу язычник. И он совершит обрезание. То есть это удивительно. Да, вот потом мы поговорим еще об этом. Но вот я сейчас, в данном случае, это было некое, понимаете, боязнь апостола Петра именно перед этими людьми, перед этими иудеями, которые прибыли с Иерусалима в Антиохию. Что-что? Видимо, да. Вот. И она, значит, проявлялась вот в лицемерии. Так, мы по природе иудеи, а не язычников. Они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Я пока только именно вот эту главу цитирую из послания Галатам. Здесь, конечно, будет достаточно пространно об этом речь, хотя апостол Павел об этом будет и в послании к Коринфянам эту проблематику еще поднимать. Но мы должны понять из того, что мы сегодня прочитали, что решение апостольского собора является достаточно четким определением со стороны как иудействующих, а к иудействующим относится особенно апостол Иаков. Он не был миссионером среди язычников,
Потому что апостол Петр, он проповедовал среди язычников, и апостол Павел. Но именно доведено до консенсуса, согласия деяния этих сторон через полемику, рассуждение. Причем в греческом тексте вот это послание Галатам говорит о том, что были еще частные беседы, кроме вот этих дебатов на соборе, где они пытались прийти к каким-то согласиям. То есть все это, как апостол Павел скажет позже, что надлежит быть между вами разногласием, дабы вы явились более искусные. И вот здесь приходят к согласию фарисействующие христиане и те, которые уже миссионерствовали среди язычников. И вот это согласие изложено в Деянии, в Томосе, так называется на греческом языке, Деяние собора для раннехристианской церкви. Это очень важный момент. И второй момент. Несмотря на то, что соборно было уже определено, достаточно ясно и четко, но на каком-то уровне частном все равно происходили какие-то слабости. Вот в данном случае мы видим, что апостол Петр, все не так просто, потому что идет речь о вере. А что такое вера? Вера – это самое сокровенное в жизни человека. И это не так все просто. Вот, понимаете, если у тебя есть аргументы, и вот ты, что называется, вот шашкой взял, и вот слева направо, и все очень просто. Мы имеем дело с верой. И вот когда апостол Павел окажется в Афинах, то там проявится вот именно вот это такое, я бы сказал, очень утонченное отношение к вере этих людей, язычников. Он скажет: «Я обошел ваш пантеон с божествами, то есть с идолами, и я увидел, что вы по-особенному набожны». Неужели это набожность? Да это же язычество. Это темное язычество. Но он назвал их особенно набожными. То есть мы видим, что он относится к их вере как к чувству, не как к религии. Он относится с определенным уважением, потому что человек верит, он доверяет высшему свою жизнь. Другое, что он в заблуждении, он не понимает, что нельзя этому доверять свою жизнь. Я перезвоню. Вот. То есть это не значит, что они набожны. Они в заблуждении, но вот миссионерский такт. И вот об этом миссионерском такте очень часто мы будем читать в его деяниях апостола Павла. Ну вот я думаю, что, наверное, на сегодня мы закончим наше чтение и продолжим. С 36 стиха 15 главы. Я думаю, что нужно прочитать вам. Да, давайте до конца. Потому что там уже как бы я буду так быстрее переходить через эти главы, чтобы, наверное, по возможности мы постарались закончить деяния на следующем занятии. Вопросы есть у вас? Есть один вопрос. Да, кто скажет вот этим кандидатам в депутаты, кто им скажет, что нельзя так прославлять себя, и там же Олегу Асачу. Они же так прославляют, допускают такие вещи, что гордыня их возмущается. Не, вы знаете, я думаю, что вот я хотел... Надо предохранить это.
Нет, вы знаете, нет, секундочку. Я, конечно, с вами согласен, что это, ну, совершенно нескромно и там, и так далее. Но понимаете, вот что здесь, что на самом деле происходит? Ведь вот общество, оно ведь именно формирует, понимаете, вот эту среду для того, чтобы человек мог говорить о себе, что выберите меня, и я спасу, так сказать, человечество. То есть оно само формирует, понимаете? Потому что сейчас, посмотрите, буквально любую область жизни взять, вот, как детей губят. Маленькие таланты, понимаете? Маленькие дарования. Вот. И как их прославляют, этих детей. А ведь, понимаете, начинается разложение внутреннее, понимаете, этих детей. Потому что они о себе больше во мнении, чем они, понимаете, есть на самом деле. Потом же начинается нравственная деградация. То есть люди воспринимают, да, они считают, что ничего такого преступного они вообще не делают. Для того, чтобы им просто это сказать, для этого нужно очень слишком многое объяснить им. Понимаете, что это вообще ненормально все. Но это в двух словах не объяснишь этого. Не, ну, знаете, я думаю, что те люди, которые уже сами захотели учить, понимаете, они вряд ли захотят, чтобы их кто-то учил, понимаете. Это как раз, понимаете, то, о чем мы сегодня говорили. Люди, которые хотят учить.